Ученые из Казахстана вновь заявили о землетрясении на Южном Урале. А все из-за подземных толчков в Китае. Накануне в Поднебесной зафиксировали два мощных землетрясения в провинции Сычуань. Первый магнитудой почти 5,5 баллов, второй слабее, около 4. Очаг подземных толчков находился на глубине 7 километров. Один человек погиб, 28 пострадали. И вот волна докатилась до Южного Урала. Согласно информации Института Казахстанского национального центра данных, было зарегистрировано движение земной коры магнитудой 2,7 балла под Магнитогорском в районе поселка Кисельский. Правда, наши ученые в этом сомневаются. Говорят, сейсмологи Казахстана, скорее всего, немного завысили магнитуду или вовсе ошиблись с координатами. Напомним, одно из сильнейших землетрясений в Челябинской области случилось в прошлом году. В Катав-Ивановске прошло землетрясение с магнитудой в 5,5 баллов. Сила была такой, что с полок магазинов падали продукты, а на домах образовались трещины.